Приехали в Бангкок. Сейчас прошли Королевский дворец. Едем по лодке на реке Королевская река. Как там название, я не выговорил. Едем по центру Бангкока. Это Бангкока. Это самая первая Бангкока в Бангкоке. Года. На сегодняшний год. Ночью у нас есть петушки по реке, на клубе, белая музыка, средств и стон. Это ночью по реке. И наш гид старается, все равно его не слышно. Просто волны, мотор. Потому что ночью... Длиннохвостая лодка называется. Вот что на дело, это подписка. Королевский сад. Очень много цветов. А это цвет на превращение в Бахаларе. Да. Буду родиться на полетели зеленый цвет. А цвет написал перед нами этот канал. Это канал. Название канал. Бахо. Ной. На переводится это как переводится этого канала? Нижний Бангкок. Вот такие домики, они тут живут. Тут глубина около 3 метра, около метра 4. Глубина 4 метра. Раньше 3 метра. Но вода мутная, это грязная. Это восточная Финистия, поскольку раньше у нас много каналов. Да. Да, люди ездили на лодочке или пешком, или допустим. Машины появляются немного чуть позже, или вовремя в Москве, когда в конце лет назад. Первая машина из Финляндии, поэтому полетает с правой рулой. Да. Да. Поэтому до... Как у нас экскурсия называется? Классический Бангкок. А вот Бангкок экспресс только, без посещения океанариума. Были сейчас во дворце, красиво все, королевском. Все золотом сделано. Теперь вот... маленького изумрудного Будду, самого главного Будду Таиланда. Он очень маленький. 66 сантиметров. Писающий мальчик в Бельгии 61 сантиметр, чуть поменьше. И Будду тоже одевает в три наряда. Сейчас зима, одет он во все золотое полностью, с ног до головы. А летом раздевает, в штанишках только золотых сидит. После Королевского замка поехали вот по реке, по каналам плавать. Потом должны каких-то рыбок покормить. Например, есть зона права, в основном на воде. А те, которые напротив, на земле. А здесь, конечно, раньше, часто водение. Раньше было часто водение. Часто водение, серьезно, вот будут пастора, вот будут почки. Поэтому в последнее время у нас было водение, конечно, около лучшей. Называют второй Венеция. Подземная и наземная. И видите, по каналам вот маршрутки ходят в виде лодок. Чтобы удобнее было добираться. А у нас всех этого года фрукты выращивают, например, бананчу, папайя, это права вот. Папайя вот так и зонтика, бананчу, который очень быстро растет. Вот, бананы висят. Банан и папайя, полтора года всего. А манго или... Потом время
дороги. Сейчас поедем. Вот налево. Пока. Это в